Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам побережье города Пафоса и его некоторые пляжи. Как здесь народ отдыхает, загорает и купается. Этот пляж от меня находится не очень далеко, где-то 10 минут, 15 максимум ходьбы от дома, поэтому я часто сюда хожу загорать. Очень люблю я это место, называется оно бухта Корал Бэй. Здесь хороший пляж, песочек, все
всегда много народу. Пляж очень длинный, и для детей сторона есть, и для взрослых. На волнах можно покачаться, понырять, попрыгать, поплавать. Но единственное, сюда добираться своим ходом из города неудобно. Вернее, пешком не дойдешь. А на автобусе 615 от порта 15 минут.